Всем привет, он как раз на связи. Сегодня на обзоре будет, так сказать, старшая версия Deep от Горьковской пивоварни под названием Out of Time, которая продается за 120 рублей в Перекрестке. Если вы помните, версия из Магнита стоила 80 рублей, но в чем принципиальная разница, кроме комбинации хмелей, АБВ-хи и места производства, я, если честно, пока не очень понимаю. Ведь, как говорится, если разницы нет, то зачем платить больше? Давайте пробовать будем. В бокал наплюхался медяк-размедяк, прям годный медяк, жирный медяк, такой медяк, какой и должен быть у Дипа, на мой взгляд. Выпасает из бокала очень сдержанно и аккуратно, но явно чувствуется петух на палке в обрамлении фруктиков и хмеля. Не могу не сказать про алкашку, она здесь хоть и пытается скрываться, но если посмаковать напиток во рту, то вкусовые сосочки на раз-два выявят ее напор. Во вкусе чувствуется приятная травянистая горечь, фруктовое обрамление, уходящее в послевкусие. Плотность бы хотелось явнее ощущать. Ну а в целом, годный масс-маркетный Дипа за вменяемый ценник.